Привет, девчонки, меня зовут Инна. Сегодня у меня распаковка посылок с AliExpress. Посылки будут маникюрные и еще детские вещи будут. Первая посылка. Хорошо упакованная. Забирала я эту посылку на почте. Пришла она недели за две. И заказывала я ее. Была какая-то распродажа в октябре. В воздушной подушке. Здесь две красивые лампы. Формы в подарок мне положили, я так поняла, потому что я их не заказывала. И вот эту маленькую лампу я заказала, чтобы добрать до купона, чтобы купон сработал. Она мне нужна, дальше покажу для чего. Коробка помята. Ну, коробка мне не нужна, мне не на подарок, мне себе. Провод USB, маленькая Sun Mini. На ножках одна кнопка включения и выключения. Таймер на минуту включается у нее. За форму спасибо продавцу. Ну и лампы. Давно они у меня лежали в корзине. Две, потому что я использую две лампы под левую и правую руку, когда делаю маникюр девочкам, чтобы было удобно, чтобы лампы не перегревались. Адаптер. Смотрите характеристики, кому они нужны. И вот она, лампа. Таймеры на 10, 30, 60 и 99 секунд. Датчик движения есть, функции запоминания времени нет. Дно съемное. Датчик движения хорошо реагирует. Лампами уже поработала, мне они понравились в работе. Дно съемное, как уже сказала, и с разделителями под пальцы. И таймер, кстати, развернут у них, не так, как у меня во всех предыдущих лампах. Таймер развернут к мастеру лицом. Лампы мне понравились. Обычные лампы, ничего у них навороченного нет, но они красивые. Лампы я покупаю для себя и выбираю для себя тоже. Есть эти лампы у продавца в двух расцветках, белой и в розовой. Если у вас возникли какие-то вопросы по характеристикам этих ламп, я эти лампы не собираю и не продаю. Ссылка на продавца и эти лампы есть в инфобоксе. Загляните туда и свяжитесь с продавцом. Все, что могла, я рассказала об этих лампах, все характеристики вам показала. Продаж там немного, но я рискнула и заказала. И не пожалела. Это маленькая лампа, она есть тоже в двух расцветках, в белой и в розовой. И еще одна посылка, тоже заказанная в распродажу. Эту посылку мне доставил курьер DPD. Здесь подделка под аппарат Marathon Champion 3. Также воздушная подушка. Коробка. По-быстрому вам сейчас покажу, что внутри, и ну, немножко там вставлю небольшие фрагменты. Я протестировала уже мануал. Кому, если интересно, пишите в комментариях, я сравню с оригиналом. Ручка, ключи,
предохранители в комплекте, так же как у оригинала. Ручка такая тяжелая, но легче по весу, чем у оригинала. Фреза легко меняется. Стакан под ручку. Подставка резиновая. Другой формы, у оригинала не такая подставка немного. Педаль. Сам блок тоже такой тяжелый, увесистый, но оригинал весит тяжелее. Не взвешивала, у меня весы, в весах села батарейка, и я забываю батарейку купить. Внешне мне нравится, пластик такой добротный, ну, не хиленький аппарат. Стакан можно вставить с одной стороны и с другой стороны, кому как удобно. Провод длинный. Примерно 1,5 метра, но я подпишу снизу длину. Кнопка включения и выключения. После включения зеленая лампочка загорается. Форвард реверс работает. Это переключение форвард реверс. Сейчас еще педаль проверю с педалью. Сзади кнопка переключения с ручного на ножной режим. Также на ножном режиме тоже работает и форвард, и реверс. Ручка охлаждается, обдувается. В этом магазине я уже показывала вам, я в одно и то же время заказывала ультразвуковую мойку. Была она у меня в прошлой распаковке. Мойкой я довольна. Доставку можно выбрать как со склада в России, так и из Китая. Из России будет чуть дешевле. Но на момент оформления заказа мойка была на складе в России, поэтому мне ее доставили в течение недели. А аппарата не было на складе в России, поэтому с этой ручкой. Поэтому я заказала из Китая и немного подождала. Доставка была около 2 недель. Из России доставка даже дешевле получается на... сколько-то рублей я вам показала там. Продаж по этой ссылке немного этих аппаратов, но я рискнула и заказала. Вообще в этом магазине много продано аппаратов и отзывы хорошие.
вот, его характеристики. А дальше я буду на нем работать, кому интересно, буду рассказывать, делиться. В общем, аппарат мне понравился по первому впечатлению. Я сняла старое покрытие, я делала ремонт указательного ногтя. Он у меня сломался. И сделала себе педикюр. Даже педикюр он тянет, не тормозит фреза. У меня вот предыдущий мой аппарат с AliExpress, которому больше 2 лет я пользуюсь. Я им педикюр тоже делала, но фреза у меня тормозила. А здесь нет. Здесь он такой мощный аппарат. Ну, самое главное, насколько его хватит. Но мне было интересно посмотреть, чем же он отличается от оригинала. И вот эта ручка, кстати, мне... Вот с такой ручкой я хотела аппарат. Оригинал. Вот она более удобная мне в руке. Тут я нашла переходник от зарядника, от телефона старенького. Вставила этот USB-провод, включила. И вот для этих целей я купила, когда делаю наращивание на верхнюю форму себе, прихватить форму, а потом уже досушить в лампе. Прихватить, поджать. Большую лампу не всегда удобно. Ну и когда клиенту делаю наращивание, тоже удобно будет ее использовать, чтобы не проморгать то время, когда нужно поджать. В общем, первые впечатления у меня об аппарате, об этом, положительные. А что будет дальше? Время покажет. Я знаю, что это не оригинал. Я знаю, что это подделка. Лампы попробовала. А две следующие посылки, которые будут, я забирала в Постомате. В Пятерочке первый раз мне доставили посылки в Постомат. Ни разу не забирала. Мне пришло на электронку уведомление. Я сходила, забрала. Здесь я заказала 3 кисти по ссылке Эмилии. Eminail42. Она в группе ВКонтакте делилась ссылкой на эти кисти. Я заказала 3 кисти, и мне, получается, продавец положил подставку для кистей в подарок. У меня уже такая подставка есть. Мне она нравится. И я, кстати, заказала в другом магазине еще такие же 2 подставки. Знала бы, что мне здесь положат подставку в подарок, не стала бы заказывать. Кисти с колпачками заказала в Ворс разной длины. Сейчас покажу номера. Один, два, три. Кистями я уже тоже поработала. Кисти мне понравились. Какой-то из них я подводила гель-лак ближе к кутикуле, а какой-то распределяла базу. В работе понравились. Единственное, у какой-то из них колпачок спадает. Вот они рядом с розовой кистью. У кого такие кисти есть, чтобы иметь вам представление о размерах этих кистей. Кисти стоили недорого, и пришли эти вот, вот эта посылка и будет, которая следующая, доставленные в Постомат, примерно за 2,5 недели отслеживались посылки. Продажи есть в этом магазине, отзывы есть, кистей там много разных.
Кисти понравились, позже, возможно, закажу еще другие размеры. А здесь два лота пилок. Запасы моих пилок, которые я заказывала год назад, уже чуть больше года, тоже так же заказывала лотами. Они у меня заканчиваются. Поэтому я заказала новинки. Здесь лот тонкие пилки на деревянной основе. Забыла лоты, по-моему, по 50 штук я заказала, но я там дальше вам покажу. Это 150 на 180. Те и другие пилки, если я ничего не путаю, они моющие. Вот эти серые, которые снизу, это мои фавориты пилок на данный момент. Они мне нравятся больше всего. Мне нравится ими опиливать свободный край, ну и также поверхность. А это было интересно попробовать. Вот здесь зауженный, одна половина зауженная. Мне кажется, удобно будет дочищать гель-лак где-то в синусах. Тоже попробую пилки в каком-нибудь видео следующем с маникюром. Расскажу вам свое впечатление. Эти пилки в индивидуальной упаковке, что меня порадовало. Это также лот. И также, по-моему, из 50 пилок. Здесь 150 на 180. И вот на ней написано, что она моющаяся. А вот у первой... Не помню точно, моющаяся она заявленного продавца или нет. Вот эти вот пилки я тоже заказывала лотом, 50 штук. Вот они у меня уже заканчиваются, остались совсем немного. И вот у этих пилок, у них не бумага наклеена, я бы сказала, а напыление какое-то. Эта пилочка в подарок. Но вот те три кисти, которые я показала, которые есть у меня, я их пробовала в дезрастворе замачивать. Они, кстати, по-моему, тоже заявлены моющиеся или нет, могу обмануть. Они в дезрастворе не разваливаются. Деревянные на тонкой, тонкие разваливаются, а цветные нет. И есть у продавца разные лоты по гритности, и отличаются они рисунком. Большой выбор. В этом магазине я вот в распродажу хочу заказать щетки, бафики, расходники. Большой выбор расходников в этом магазине. Пилки разные, и бафики, и апельсиновые палочки, и щетки, сметки. И последняя посылка, эту посылку я забрала совсем недавно, видите, у меня тут новый маникюр. Эту посылку я забрала в пункте выдачи CityLink, тоже в первый раз там забрала. Доставка была DPD, но DPD доставили мне до пункта выдачи. Пункт выдачи прям рядом со мной, вообще в 500 метрах, тоже очень удобно. Мне и на почту, в общем-то, удобно сходить, но здесь это еще ближе. Здесь вещи для Платоши. Заказала несколько штанишек, четверо штанишек на 120 сантиметров на 6 лет и шорты. Платоши 4, рост у него, ну, 115-120 так и есть, но я заказала их с запасом, потому что заказала на весну. Шорты, возможно, будем одевать в детский сад уже сейчас, а штанишки на весну уже на теплую, потому что они такие тонкие. На теплую осень и
теплую весну, на позднюю весну уже. На резинке кое-где торчат нитки. Ну, нитки обрезать не проблема. Ткань не 100% хлопок. Добавлена здесь синтетика, кармашки. И резинка, это шнурок, это обман. Он просто пришит. Так вроде бы неплохие. Швы ровные, нитки обрезать можно. Эти шорты точно такие же. В детский сад ходить, пойдет лазить в песочнице, пачкать колени. Также кармашки, резинка. И штанишки. Так, здесь, по-моему, с экскаватором. Да, я все на 120 заказала, только расцветку разную заказала. Тоже швы вроде бы ровные, не идеально ровные. Кое-где торчат ниточки, которые можно обрезать. Карманы есть. И резинка. На резинке. Оранжевые. Здесь шнурок не обманка, здесь он вставлен. Платоши нет, померить на него не могу, но я и так вижу, что они ему великоваты. И, ну, я и заказывала специально с запасом. А вот эти вот все три последующие, они без рисунков. Они стоили чуть-чуть подешевле. Вот первые с экскаватором красные, они стоили чуть-чуть дороже. Но там у меня получился хороший такой купон, по-моему, рублей на 500 или около 500 рублей. И посылка эта доставлена недели за 3. Голубенькие, также резинка. Шнурок вставлен. Кармашки. И также резинка внизу. Вот, смотрите цены. Да, и купон был у меня. Шорты есть разные расцветки, разные размеры. Есть как на девочек, так и на мальчиков расцветка. Отзывы есть с фотографиями, можно почитать. Я заказывала на 6 лет. Размер в размер, наверное, они идут. Не могу померить, потому что нет Платона рядом со мной, он в детском саду. Штанишки тоже есть разных расцветок. Это вот те, которые без рисунка. Отзывы есть с фотографиями. Также размерная сетка есть. Есть и на девочек, и на мальчиков расцветка. И вот эти вот верхние, они с рисунком. Они чуть-чуть подороже стоили. Также есть и на девочек, и на мальчиков. Есть отзывы, немного, но есть. Размерная сетка есть. Есть купоны к распродаже. Промокод есть, можно скопировать. И, ну и много детских вещей. Есть и шорты, есть. Только повернусь. Ну хорошо, прям тебе.
Ну, совсем чуть-чуть большие. Как раз весной. А весной будут как раз тебе. Нравится? Да. Повернись боком, спиной. Ну, все.